Это утро в Петербурге. Мы вернулись, мы продолжаем. На календаре, напомню, последний день весны, а уже завтра, 1 июня, будем отмечать Международный день защиты детей. И именно в этот день в Петербурге состоится 7-й благотворительный концерт-спектакль «Неравнодушное искусство». Звезды оперы и балета, чьи имена можно увидеть на афишах крупнейших музыкальных театров мира, соберутся на одной сцене, чтобы помочь детям с онкологическими заболеваниями. Обо всех подробностях мы будем расспрашивать наших гостей. Рады поприветствовать в нашей студии балерину, автора проекта Алису Петренко и Михаила Петренко, солиста оперы Мариинского театра. Здравствуйте. Алиса, здравствуйте. Михаил, доброе утро. Здравствуйте. Вот уже 7-й раз команда «Неравнодушного искусства» готовит для своих зрителей оригинальную программу, основанную на шедеврах мировой оперы и балета. Чего ждать гостям концерта-спектакля в этом году? В этом году у нас концепция а-ля «Рус», поэтому все русское, декорации от авангарда, да, вот современности, и все номера, которые будут танцевать и исполнять артисты, тоже под русских композиторов и в русском стиле. Ну, русское искусство, оно русское тоже искусство. Многогранно, оно тоже глубокое достаточно. Вот что конкретно послужило для вас вдохновением? Ну, вообще Россия, наверное, в целом послужила вдохновением. Нет уж чего-то такого одного. Но там будут и современные номера, которые два хореографа очень известных приехали поставить специально для нашего вечера. Это прочтение в современной концепции русского искусства. Вот так вот я бы сказала. Ага. Угу. Расскажите об участниках концерта. Михаил, вы один из участников из этой звездной плеяды, что называется. Кто ваши коллеги? Кто коллеги, кого увидим, кого услышим завтра на сцене? Коллеги – лучшие артисты этой планеты. Вот я хочу еще добавить по поводу концепции «Террорюс». Как вы сказали, это 7-й раз будет проходить. Да. И это очень красивое мероприятие. Но с самого первого концерта мы решили не делать просто это как гала-концерт, что люди приходят, поют, выходят на сцену. Артист прекрасный, что-то станцевал, ушел, похлопали. Каждый раз была какая-то изюминка, какая-то вишенка. То есть в прошлый раз мы классику совмещали и с рэпом, и приглашали рэп-артиста, и техно, и рок. И была такая специфика концерта, когда одновременно и танцевали, и пели, совмещали какие-то номера. Вот. И в этом году сделали такой вот, это как стиль такой, а-ля «Рюс». Именно не русская программа, а а-ля «Рюс». То есть такой флёр авангарда, флёр русских сезонов. Что-то такой в стиле русских сезонов, да, Дягилева, да, я хотел сказать. И да. Что-то между авангардом и русскими сезонами Дягилева. Вот так. И все же, кого мы увидим и услышим завтра? Расскажите нам. Техно будет? Техно не будет. Нет, но будет Робби Вильямс. Ну, будет запись, там номер под Робби Вильямса балетный. Вот. Party Like a Russian. Party Like a Russian, да. Да, то есть, вот. И солисты, там, мировые звезды наши. Альбина Шагимуратова, Юлия Маточкина, Евгений Никитин. Мне даже страшно перечислять эти фамилии. Да давайте не будем. Владимир Шклеров. То есть, ну, в общем, первые имена, так сказать, да, в мире музыкального театра. Ну вот смотрите, 7 лет существует этот проект. С точки зрения возраста ребенка это вроде бы немного, но для такого важного проекта это действительно такой серьезный срок. Вот какие изменения произошли за эти годы и каких результатов удалось достичь? Ну, во-первых, сбор. Началось все с очень небольших цифр, скажем так, очень камерно все было. И с каждым годом мы собираем все больше и больше денег. Мы помогаем адресно конкретно какому-то ребенку, которого выбирает фонд «Свет». Вот. И сейчас сбор уже такой, что мы можем покрыть какое-то лечение, которое спасет жизнь тому или иному ребенку. А за счет чего так? Аукцион. Это аукцион. Сперва многие уходили с аукциона, сейчас остаются все. И у нас очень интересно. Да, у нас очень интересные лоты. У нас картина Кустодиева в этом году, картина Шорина. В общем, так. То есть, смотрите, правильно ли мы понимаем, что артисты выступают без гонораров, то есть все средства, собранные с продажи билетов, идут, да, да, собственно, с продажи билетов и с аукционом. Если заплатить этим всем артистам, я думаю, кому вы говорите адресная помощь, что за детки, кому? Ну вот в этом году мальчик Данила, ему 13 лет, у него лимфома Ходжкина называется, рак.
Вот, и мы очень надеемся, но это на протонную терапию, мы очень надеемся, что все будет хорошо. Все наши дети, которым мы 7 лет помогаем, они все в ремиссии, с ними все хорошо, да. И я думаю, что это, скорее всего, даже не финансовая помощь, а именно энергия всех тех больших людей, которые собираются в один вечер на одной сцене, чтобы спасти жизнь конкретного ребенка. Мне кажется, это самый вообще главный результат. Спасибо. Прекрасный проект, да, мы желаем, чтобы выступления все прошли удачно, и аукцион в том числе. Да. Спасибо большое за этот проект, за дело, которое вы делаете в нашей студии. Алиса Петренко и Михаил Петренко, авторы проекта «Неравнодушное искусство».